В молодежном центре «Импульс» сотрудники войск Национальной гвардии Московского ОМОНа делятся своим опытом и знаниями о службе в спецназе. Если вспомнить слова знаменитой песни «Наша служба и опасна, и трудна», так это про них. А вместе с тем ОМОН окутан ореолом романтики. Молодые люди часто просят о встречах с бойцами в рамках уроков профориентации. И такая возможность предоставилась. Тематическую лекцию для ребят организовала Мытищинская общественная палата. Студентам рассказали, как можно поступить в Московский колледж полиции, рассказали о жизни Росгвардии, как они живут, как тренируются. Раньше мы ездили в Росгвардию к ним в гости, они нам показывали свою базу, также рассказали, как они живут и тренируются. Очень студентов это заинтересовало, поэтому решили повторить данное мероприятие. А гости рассказали о том, какие навыки и качества необходимы для успешной службы в первую очередь. За плечами Никиты Демидова немало сложных и ответственных операций. И он точно знает, как важен каждый этап подготовки к каждому заданию. Кандидат проходит этап отбора ВВК, ЦПД. Если какой-то этап отбора он не прошел, то уже мы можем его не брать. Полная самоотдача с первого дня службы – самое важное профессиональное качество. С каждым днем требования только возрастают. Здесь уже соревнования более, так скажем, приближенным к нашему подразделению, да, специальным задачам. То есть это вы видели и отработка каких-то стрельб на полигонах. Целый год у нас проводят соревнования, люди тренируются и, помимо всего, еще выполняют служебно-боевые задачи. А могут ли попасть на службу девушки? Да, есть специальности, где они успешно справляются с боевыми задачами, но требования к ним не меньшие. Высокий профессионализм достигается упорной работой над собой. Далеко не все выдержат такие испытания, но если уж твердо решил посвятить себя именно этой службе, все зависит именно от тебя и твоего характера. Сергей Берзин, Максим Силаев, Первый Мытищинский.